Всем привет! В этом видео для вас будет очень полезная настройка, которая поможет вам в трудную минуту, когда вам нужен будет интернет. Все очень часто пользуются Wi-Fi, либо дома, либо на работе, или еще часто бывает, что вы едете, если вы нажмете на поиск Wi-Fi, то вам может найти очень множество различных сетей. Даже если вы просто идете по улице, то вы можете споймать Wi-Fi соединение соседних домов, или же каких-то кафе и тому подобное. И, конечно, хочется подключиться к какой-то сети, чтобы пользоваться ней на постоянной основе. Но первым делом, что нам нужно знать, это, конечно, пароль. Вот таких множество сетей, которые высвечиваются в поиске, могут иметь подключение к интернету, иметь открытый доступ. И вам всего-навсего нужно будет подключиться к такой сети. Сейчас я вам покажу простой способ, как увидеть пароль, чтобы пользоваться этим Wi-Fi, которым вы словили в дальнейшем, и вы можете переписать это на листочек, либо сохранить в телефоне, или передать другу, ну вы в общем поняли. Итак, смотрите, для начала нам нужно будет скачать кое-какую программу. Заходим в наш Play Market и пишем слово «запуск». Нам находит программу «Запуск Activity». Нам нужно ее скачать. Эта программа абсолютно бесплатная, не требует никаких регистраций абсолютно. Она просто дает более расширенный доступ к определенным настройкам на телефоне. И как раз с помощью этой программы я покажу, как увидеть пароль. Дожидаемся, пока она скачается. И дальше находим ее на рабочем столе. Смотрите, вот так она выглядит, как белая ракетка. Запускаем ее. Идет сканирование всех приложений, которые находятся на вашем телефоне. Дожидаемся, пока сканирование завершится. Дальше ничего не клацая, вверху есть поиск. Здесь пишем сети. И нам находит множество различных ссылок на разные настройки. Нам нужно нажать на сохраненные сети. Дальше нам высветится список Wi-Fi сетей, до которых мы подключались. Как узнать пароль? Смотрите. Нажимаем на ту сеть, к которой был когда-то доступ. И здесь вверху есть такой значок, как «Поделиться». Нажимаем на него, дожидаемся, когда подгрузится информация. И вот здесь внизу под QR-кодом находится пароль той сети, которую вы хотите посмотреть. Я, конечно же, свой пароль прикрыл, потому что не хочу светить данные. Но вы перепроверяйте у себя, все работает, все отлично включается. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки и до новых встреч.